Творческий подход приветствуется. В День учителя в Тобольске объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора департамента по образованию. Принять в нем участие могут директора тобольских школ. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Максим Афанасьев. По словам градоначальника, конкурсанты должны представить доклад, как они видят систему образования в Тобольске, ее состояние и перспективы. При выборе кандидата большое внимание будет уделяться решительности и готовности к развитию системы образования в городе. Важно, чтобы претендент имел не менее 2 лет стажа муниципальной службы или не менее 3 лет стажа работы по специальности.